Всем солнечный привет! В эфире Телегид и я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На этой неделе переключаться с ЛРТ не придется. Наши премьеры и ленты не отпустят вас ни на минуту. Все подробности по традиции у меня. Начинаем! Ну что ж, друзья, эта весна на ЛРТ будет по-настоящему позитивной. Ведь каждый будний день за вашей безопасностью будет следить участковый Сергей Безруков. Сериал «Участок» знакомит нас с довольно странным милиционером. Для своей профессии он очень вежлив и честен. В общем, сложно ему приходится. Вот и попадает насквозь городской человек в ссылку работать в глухое село. Оставив все и взяв с собой только любимую собаку, наш герой окунается в совершенно новую жизнь. За ней следим по будням 12:30 и вечером 18:30. Ты на пожарище-то был? Был. Как думаешь, кто сжег? Кто-кто, детки, кто-кто. Монах дикий, кто же еще? Ну, ясное дело, кому же еще сжигать-то? До свидания, мальчики! Под таким названием на этой неделе стартует вторая премьера. 1941 год. Последние мирные дни. Бывший детдомовец Саша поступает в артиллерийское училище. Там вместе со своими друзьями он разоблачает немецкого агента. Начинается война, и теперь курсантам необходимо стать первой границей защиты столицы. Однако никто не может обещать, что грядущее сражение не станет для парней последним. Драматический сериал смотрим по будням в 11:00 и 19:45. Да врете вы все. Отец меня вообще никуда не отпускал. Он мне в медсамбате приказал оставаться, а я в грузовик. Лететь в самоволке. Ох, и влетит тебе за самоволку. Пусть летит. Я все правильно сделал. В эту среду, уважаемые зрители, сразу после курсантов вас ждет интересное знакомство с блондинкой с амбициями. Лента повествует современную американскую историю Золушки. Провинциалка застает своего жениха за изменой и вместо того, чтобы плакать в подушку, устраивается на работу в крупную корпорацию. Как изменится жизнь прекрасной блондинки, увидите уже 19 апреля в 20:45. Сэр, что? Для начала я рассортировала все ваши папки. Вот как? Нет. Did you do this? Сделали on специально? Да. These are my нарушили мою систему. У меня своя система. Я убью вас. Четверг вечером вас ждет неоднозначная картина, над которой действительно нужно поразмышлять. Драма «Пылающая равнина» объединяет три сюжетные линии. Сильвия страдает от грехов прошлого. Юная Мариана пытается спасти разбитую вдребезги любовь своих родителей, а Джина и Ник пылают в страсти тайного порочного романа. Как переплетаются нити жизни этих людей? Увидим 20 апреля в 20:45. Пап, я хочу вот это. Мы копим деньги, помнишь? Мне надо все из этого списка и купить кофточку для Монни. Дай мне ключи, я съезжу за тканью. Я хочу с тобой. Нет, ты пойдешь с сестрой выбирать кофточку. Пойдем. А в пятницу поберегите силы, ведь вам предстоят репетиции. Игорь – хороший актер, а его возлюбленная – художник-постановщик. Оба талантливы, молоды и энергичны, однако в отношениях у них глубокий кризис. В лучшем случае это можно назвать репетицией жизни. Не желая уезжать с парнем на другой конец света, девушка решается на новый роман. Очередные репетиции, как ей кажется, проходят удачно, но внезапно меняется задуманный сценарий. Как? Смотрим на ЛРТ 21 апреля. 20:45. Полет, как будто на дерево, а ты за ним тянешься, И давай, в текст, дальше текст. Я не люблю тебя. Не-не-не, более яростно. Я не люблю тебя! В
течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье 10:00 и 19:30. По синему морю, зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. А в эти выходные я предлагаю вам немного пощекотать свои нервишки. Любителям ужасов посвящается. Благополучная семья нанимает для своего сына няню. Приехав на новое место работы, она обнаруживает, что ее подопечный вовсе не настоящий мальчик, а кукла в человеческий рост, с которой общаются как с живым человеком. Но тревожные события, происходящие в доме, заставляют девушку поверить в то, что кукла действительно может быть живой. Так ли это на самом деле? Узнаем в выходные в 22:30. Тебе пора вставать, Брамс. Он не младенец, мисс Эванс. Не надо с ним так миндальничать. Так, давай покажем мисс Эванс, как мы одеваемся. Я бы поручила это ей, но, боюсь, мы проводимся до полудня. Ну вот и все. А чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. Там вы можете узнать актуальную информацию об онлайн-трансляциях, а также увидеть, как происходит запись программ. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь. С вами была Анна Троян. Расцветайте. Пока-пока.